Итак, наконец мы получили ответ из компании по поводу проблем с нашим приборчиком. Напомню, это XAM8000. Проблемы мы с вами нашли в прошлом видео. Заключаются они первое. Это что наш прибор поставлен нам для того, чтобы заменить старый добрый рекинкейки, то есть чтобы измерять наличие гидрокарбонов в безвоздушной среде, то есть в отсутствии кислорода. Но, как мы с вами выяснили, у нас в приборе установлено два датчика, два сенсора для замера содержания гидрокарбонов, один из которых, который меряет у нас по шкале волюмов, объемов, у нас инфракрасный датчик, а вот первый датчик, который замеряет гидрокарбонов по шкале Лели, у нас каталитического типа. Это значит, что при отсутствии кислорода этот датчик может быть поврежден. Поэтому, когда мы начинаем замерять атмосферу в бескислородном пространстве, у нас прибор блокирует этот датчик, и прибор уходит в защиту и не позволяет нам дальше совершить измерение наличия гидрокарбонов в безвоздушной среде. Соответственно, пользоваться этим прибором для этих целей мы с вами не можем. Компания же ответила по этому поводу то, что так как у нас на судне находятся все сертификаты, подтверждающие возможность использования у нас с вами старого Rikenkeki RX515, то есть у нас есть calibration сертификат, которому меньше 2 года, у нас есть на него rotation сертификат, который подтверждает, что этот прибор находится на береговом обслуживании. У нас есть для него все подходящие спангазы, поэтому этим прибором мы еще можем пользоваться до конца этого года. По окончанию этого года мы сдадим, согласно опять же тем же самым инструкциям компании, оба этих прибора, где на нашем с вами RX8000 будут поменены датчики и установлены уже два инфракрасных датчика для гидрокарбона, что позволит нам использовать этот прибор для замеры атмосферы в безвоздушном пространстве. Собственно, для того, для чего он с вами и был поставлен на судно. Но пока этого нет, и этот прибор у нас будет использоваться как прибор Personal Gas Detector, то есть для использования уже теми людьми, которые у нас спускаются в закрытые помещения, и как прибор замера атмосферы перед тем, как пустить людей в это помещение. И исходя из этого, алармы на данном приборе должны соответствовать у нас требованиям компании. Сейчас они не соответствуют. И, собственно говоря, это видео и будет посвящено тому, как же поменять настройки этого прибора, чтобы алармы срабатывали на тех уровнях, которые прописаны у нас в SMS компании. Всем привет! С вами Артур, и это канал Записки судоводителя. Канал, где вы найдете много интересных видеороликов для нашей с вами профессии. Не переключайтесь, будет интересно. И как вы уже поняли из вступления, это видео будет посвящено тому, как же изменить настройки прибора и установить срабатывание звуковой и визуальной сигнализации согласно требованиям компании. Для этого нам понадобится с вами сам прибор и устройство для его подключения к компьютеру. То есть как же у нас происходит подключение прибора к компьютеру. Первое, у нас с вами есть кабель. Это обычный кабель USB на мини-USB, на микро-USB. Второе, что у нас есть с вами инфракрасный порт, у которого есть первое, это как раз таки connection для микро-USB. И второе, сам инфракрасный порт,
два инфракрасных датчика, которые передают у нас информацию. И, собственно, сам коннектор. Как же это все дело происходит? Мы устанавливаем сверху нашего прибора, устанавливаем резиновый коннектор, который позволяет нам подключить инфракрасный датчик. Вот, мы его с вами установили. Вот так это выглядит, резиновый коннектор сверху. Вставляем сюда наш инфракрасный датчик. Вот он как выглядит. С одной стороны у нас порт, с другой инфракрасный датчик. Вставлять мы его будем этикеткой от себя и инфракрасным датчиком внутрь. Вот так вот это выглядит. И к нему мы с вами подключим сверху уже микро USB кабель. Все, у нас прибор готов к подключению к компьютеру, и мы идем его подключать к нашему компьютеру. Итак, вот мы подключили наш прибор к компьютеру. Схему подключения я вам уже рассказал. И сейчас мы готовимся к тому, чтобы поменять настройки нашего прибора. Итак, справа вы видите те настройки, которые мы должны установить. Напомню, кислород 19%, гидрокарбоны лель 20%, H2S ppm 5% и CO 30 ppm. На эти уровни должен сработать аларм у нас на нашем приборе. Для того, чтобы установить эти все алармы, нам с вами понадобится программа Dragger CC Vision Basic. Вот, собственно, мы ее запускаем, и теперь нам надо с вами установить соединение с нашим прибором. Итак, во вкладке Communication мы выбираем с вами наш прибор. То есть вот он у нас XAM3500/8000. Выбираем его и ждем, пока произойдет соединение. На приборе ничего делать не надо. Напомню, что он просто должен быть включен, и все. Никаких действий на самом приборе делать не нужно. Все произойдет автоматически. Итак, вот видим мы с вами, что у нас произошло соединение с нашим прибором. Сейчас я поближе поставлю, чтобы было удобнее видно. Итак, что мы видим? Номер нашего прибора. Мы видим инструмент статус, несколько ошибок. Это ошибки о прогреве нашего датчика. То есть видите, что у нас греются еще три датчика. Ничего страшного в этом нет. Пока я буду объяснять, датчики прогреются. Мы обновим с вами статус, и все будет хорошо. Итак. Что нам необходимо изменить? Нам необходимо изменить уровень алармов на кислородном гидрокарбоновском датчике H2S и CO. Итак, заходим в датчик. Первый у нас будет гидрокарбоны, каталитический датчик. Вот он у нас с вами есть. Так, для начала мы еще раз обновим статус нашего прибора, чтобы ушли все ошибки. Так, у нас еще не прогрелся с вами один датчик. Так, ну, чтобы не терять времени, попробуем поменять пока так. Итак, смотрим, что у нас срабатывание аларма А1 будет на 10% лелей. Хотя, согласно требованиям, у нас должен быть 20% лелей. Как мы это будем делать? Итак, мы просто нажимаем мышкой на вкладке в колонке A1 Value и устанавливаем значения, которые нам нужны. Вот будет у нас 20%.
И чтобы второй аларм не срабатывал на эту же величину, мы его изменим. Например, установим значение в 30%. По установке алармов уровня А2 никаких требований в компании у нас нету. Поэтому мы устанавливать можем любые. Установили мы с вами такие, как я вам сказал. Дальше переходим к датчику на О2, и он у нас должен быть установлен на 19%. Смотрим, что у нас есть. У нас первый датчик, первый аларм срабатывает на 19,5. Опять точно так же выбираем мы этот аларм, выстанавливаем величину на клавиатуре, какую нам надо, и необходимо поменять свет лампы. Стоп, этот аларм уровня 2 мы должны ставить меньше. Будет он у нас 18,5. Это моя ошибка. То есть первый аларм у нас работает на уровне 19,5, второй должен быть меньше, так как это lower, нижний уровень. Соответственно, ставим 18,5. Все, установили. Переходим к аларму CO. Точно так же проверяем. А1 у нас аларм на CO 20%, у нас должно быть, согласно требованиям компании, 30%. Точно так же выбираем, ставим 30, подтверждаем. И переходим к последнему нашему аларму. Это аларм на H2S. У нас, согласно требованиям компании, 5 ppm, и здесь у нас 5 ppm. Все, аларм у нас установлен, мы делаем апдейт. Ага, здесь у нас просто просит датчик сделать еще и Zero Calibration. Но Zero Calibration мы делать с вами не будем. Итак, сделали апдейт. Еще раз проверяем все наши алармы, которые мы поменяли. Итак, смотрим. А1-20 согласно требованиям компании. О2-19 тоже согласно требованиям компании. СО-30 тоже согласно требованиям компании. И последний датчик H2S тоже согласно требованиям компании. Теперь мы с вами выберем с вами print preview. И вот вы сейчас видите, это сертификат, который будет распечатан у нас после того, как я подтвержу печать. Итак, закрываем. Итак, возникает у нас окошко, чтобы мы подтвердили изменения нашему инструменту. Мы подтверждаем и ждем некоторое время. Все, данные у нас переданы на прибор. Пробуем еще раз печатать наш сертификат. Все, сертификат у нас с вами распечатался. Вот как он выглядит. Я копию его выложу в крайнем верхнем углу экрана. Все, данные у нас сохранились на приборе. Первый раз я пытался печатать без сохранения данных на нашем приборе. Закрываем мы с вами окно. Программа предлагает сохранить изменения на компьютере. Никаких сохранений на компьютер нам не надо. Мы выходим из программы, и на этом все. Итак, мы с вами выключили прибор, и после включения нашего прибора он нам покажет все алармы, на которые он с вами установлен. Напомню, мы с вами поменяли, только что поменяли алармы, и теперь надо их проверить на приборе. Итак, нажимаем кнопку ОК, ждем 3 секунды, и прибор включается. И сейчас мы с вами будем проверять, правильно ли установлены на нем алармы. Итак, CO2 мы не меняли установки. На CH4 у нас должен быть
Первый аларм на лели 20 лелей, он установлен. На кислород у нас первый аларм должен сработать на 19. Вот сейчас у нас А1 19% волюма. На СО мы поменяли аларм 30 ppm. Вот А1 у нас с вами 30 ppm. И H2S мы не меняли, А1 аларм 5 ppm. То есть все у нас теперь выставлено правильно в соответствии с требованием компании. И мы распечатали вот такой вот с вами сертификат, который мы подпишем и подошьем к тому сертификату, который у нас был выдан берегом. На этом все. Прибор мы обновили. Обновили все алармы. Теперь прибор готов к использованию. Никаких замечаний по этому прибору у нас нет. На этом все. Это все, о чем я хотел рассказать вам в этом видео. В принципе, что касается любых других газ-детекторов, изменения настроек алармов происходит аналогично, просто у других программ другая оболочка, но все можно интуитивно найти. Надеюсь, это видео было интересным и полезным. Если у вас остались вопросы к этому видео или какие-либо другие вопросы, оставляйте комментарии под этим видео, я с удовольствием буду на них отвечать. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.